сердце Родины. Так называют Москву во всех уголках нашей многонациональной страны. Эти кадры сняты в дни, когда столица готовилась отметить 64-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В нынешнем году у всенародного праздника особая примета. 40 лет прошло со времени битвы за Москву. Вспомним те тревожные дни. Да, такой была тогда советская столица. Суровая, грозная, готовая встретить и дать сокрушительный отпор гитлеровским захватчикам. 40 лет назад на подступах к Москве развернулась гигантская битва, за ходом которой с напряженным вниманием следил весь мир. Измотав противника в оборонительных боях, наши войска в начале декабря 41 года перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась сокрушительным разгромом врага. Он был отброшен на 100-350 километров. Потерял более 500 000 своих солдат и офицеров. Около 11 тысяч городов и селений были освобождены от оккупантов советскими войсками. Битва под Москвой развеяла миф о непобедимости фашистских войск и стала первой вехой на пути к великой победе. Время не в силах изгладить память о подвигах воинов, защитников отчизны. Идут годы, десятилетия, и все новые памятники встают на местах, где проявились героизм и доблесть солдат. Один из них на 114-м километре Волоколамского шоссе был торжественно открыт в канун 40-летия битвы под Москвой. Их было 11 воинов-саперов. Получив приказ задержать фашистов, они много часов держали круговую оборону, подбили 7 вражеских танков. За проявленный героизм все 11 воинов были посмертно награждены орденами Ленина. Они погибли, не пропустив врага, во имя жизни будущих поколений. Боевые традиции бойцов Великой Отечественной хранят и умножают воины 80-х годов. В преддверии праздника Великого Октября на улицах Москвы можно было встретить многих участников парада на Красной площади. Всего несколько дней назад они еще занимались обычной боевой учебой в своих подразделениях. Советским воинам присущи смелость, самообладание, стремительность, которые воспитываются на занятиях, тренировках. Лучшим из лучших доверена честь представлять наши вооруженные силы на параде в Москве. И вот он пришел, торжественный день 7 ноября. Красная площадь. Все готово к военному параду. На трибуне Мавзолея, во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичем Брежневым, руководители Коммунистической партии, советского правительства, видные советские военачальники. Парад принимает член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. Товарищ маршал Советского Союза! Войска московского гарнизона для парада во знаменование 64-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал армии Лушев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Товарищи воины советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства приветствую и поздравляю вас со всенародным праздником 64-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Министр обороны подчеркнул, что свои созидательные задачи Советскому Союзу вместе со странами социалистического содружества приходится решать сложные международные обстановки, когда империалистические круги наращивают гонку вооружений, стремясь к достижению военного превосходства. Агрессивным проискам империализма, с которыми тесно смыкается политика китайского руководства, страны социалистического содружества противопоставляют ясный последовательный курс на упрочение мира, обуздание и прекращение гонки вооружений. Справедливое урегулирование кризисных ситуаций за столом переговоров. Советские вооруженные силы располагают всем необходимым, чтобы дать сокрушительный отпор любому агрессору. В заключение товарищ Устинов сказал: беспредельно преданные Родине и своему народу советские воины настойчиво овладевают современным оружием, повышают бдительность и боевую готовность. Они достойно выполняют свой патриотический и интернациональный долг, зорко стоят на страже завоеваний Великого Октября. Да здравствует советский народ и его доблестные вооруженные силы! Слава Ленинской коммунистической партии Советского Союза, руководителю и организатору всех наших побед! Ура! Начинается торжественный марш войск. Перед мавзолеем проходят колонны воинов вооруженных сил страны Советов. Идут дети и внуки ветеранов Великой Отечественной. Никогда не забудется ноябрь 41-го. Враг рвался к Москве, но празднику октября он помешать не смог. Мужественное решение нашей партии не нарушать традицию и провести парад войск потрясло весь мир. Прямо с Красной площади уходили участники того легендарного парада на передовую громить ненавистного врага. 40 лет прошло с тех пор. Советские вооруженные силы располагают сегодня первоклассной боевой техникой и оружием. Неразрывно связанные с народом, они бдительно охраняют мирный труд советских людей. На Красной площади трудовая Москва. В праздничной демонстрации отразилось то главное, чем наполнен сегодняшний день страны. Это планы на будущее. Единство с братскими социалистическими странами. Активная борьба за прочный мир на земле. Дорогой героев, дорогой октября идет советский народ, занятый претворением в жизнь планов нового этапа коммунистического строительства. Нерушимо единство партии и народа. В надежных руках знамя великого Ленина.